Лечь штрих-кодом приложите вертикально в рамку. Как вы видите, Бельфик и Орто, но мне кажется, с первого взгляда понятно, что они одинаковые. Только смотрите, пластиночки по углам с цветами яшмы немножко другого цвета, но не яшмы. И также осталась только центральная икона мозаика. И это уже последняя работа с нестировкой. Воскресенье выставка. А на иконе, видите, еще и надпись есть. Где ты смерти жала, где ты ада. С вами опять стали под малый купол, который надо посмотреть. А это еще один редкий образ Христа. Только тот мальчик, которому 12 лет. Образ такого Христа мальчика тоже делают редко. Поэтому этот купол посмотреть тоже обязательно. Вот видите, спас на крови, там весьма необычен тем, что задумывали его как царский ребенок. Это особенность. И в царское время это был царский ребенок. Поэтому, когда произошла революция в 17-м, решили, раз он был царским, надо передать народ. И после революции храм открыл, как обычную церковь для простых людей. А продержаться храм смог до 1930-х. В 30-м году его окончательно как действующие закрыли.
И тут сделаны были ноги. А ближе к войне одно сменило другого. Правильно, с ногой картошку. И жители города шутяева спас на картошку и спал. В годы войны наполнил наш город 900 лет. Людей погибало больше. И в этом был один из них. Подобного рода.